В Варшаве задержали российского шпиона, а в Германии нашли ту, которая шпионила за Путиным. Кто она и жива ли еще? Подробнее Кирилл Евсеев. 2 месяца за ним охотилась контрразведка. У польского военного офицера был доступ к секретной информации, и он сливал ее Москве. Перед арестом провели обыск в офисе шпиона. Что нашли, пока не говорят, но спецслужбы назвали операцию большим успехом. А министр обороны Польши Томаш Симоняк написал в Твиттере, вероятно, он еще и наркотиками приторговывал. На фоне украинского кризиса отношения России и Польши крайне обострились. И Варшава показала, терпеть агентов Кремля у себя не будет. Российских разведчиков Запад ловит давно и с разным успехом. Не узнать чекиста, например, во Владимире Путине, когда он работал в Дрездене, немецкая разведка не могла. Засекли его еще в 80-х. И вот сегодня стало известно, БНД, так называется немецкая федеральная разведывательная служба, внедрила в окружение Путина шпионку, когда тот жил в Германии. Переводчица получила псевдоним Ленхен. Она дружила с супругой Путина, Людмилой, и получала от нее информацию о жизни семьи. Но потом у переводчицы начался роман с коллегой Путина, тоже офицером КГБ. Ее отозвали. Информация об этой женщине засекречена. Она давно живет под другим именем. И появятся ли когда-нибудь ее мемуары, никто не знает. Кирилл Евсеев, Андрей Кузнецов, Центральное европейское бюро, телеканала «Интер».